Приветствую вас. Крайне короткий такой получается вопрос у вас. Вот. И очень мало информации вы предоставили для анализа. Вот. Поэтому я думаю, что ответ будет такой же коротенький. Вот. Такой же небольшой, потому что там слишком мало информации. Итак, совершенно очевидно, что мужчина вам не доверяет в этой ситуации. Очевидно, что мужчина вам не доверяет. Он не доверяет вам, но настолько, чтобы чувствовать себя как-то вот расслабленно, чтобы чувствовать себя свободно. Да, это могут быть его проблемы, скорее всего, это его проблемы на самом деле. Но все равно в избежание определенных эксцессов лучше смотреть на то, какое участие в этом принимаете вы. Именно вы. Вот, потому что могут быть определенные проблемы, могут быть определенные трудности с этим. Вот. И на мой взгляд, ну, здесь нужно исключить факт того, что вы можете делать что-то не так, да, исключить факт того, что вы своим поведением, да, как-то вот человек, допустим, ну, сбиваются, например, вот. А на мой взгляд, это очень важный момент, потому что можно, в принципе, таким образом оттолкнуть любого человека, да, и, в общем-то, иметь определенные проблемы с ним. Вот. Поэтому я думаю, что вам, ну, желательно обратить внимание на то, есть ли общее между вами и мужчиной, вот. Если есть, то как много общего у вас с мужчиной. Вот. И постараться эти моменты реализовать. То есть постараться сделать так, чтобы мужчина с вами расслабился, мужчина не напрягался, мужчина чувствовал себя, ну, как-нибудь, спокойнее, увереннее, может быть, вот. И тогда, я думаю, ситуация будет гораздо лучше. Вот. Ну, а сейчас человек просто боится. Вот. Такое есть ощущение, что сейчас человек просто боится, сейчас человек просто опасается.
сегодня. И боится, не хочет рисковать. Вот. Ну, я думаю, что примерно так вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. И здесь важно не понимать, как вот вы говорите, да, как понять. Здесь важно не понимать, здесь важнее чувствовать то, насколько естественно вы себя ведете. Вот. Человек. Если вы ведете себя человеком естественно, если вы являетесь сами собой человеком, то это хорошо. Это значит, что либо у вас все наладится, либо, значит, кто-то из вас, например, мужчина, поймет, что вам просто не по пути, да, и как бы с вами расстанется. Вот, так или иначе, это результат. Я считаю, что так или иначе, это результат. И, как мне кажется, какой-нибудь результат в данном случае лучше, чем никакого вообще. Вот. Тут, конечно, решать исключительно вам и только вам. Вот. Ну, мое мнение такое здесь по данному вопросу. Вот. На этом, в принципе, все. Я думаю, на этом можно закончить мой ответ. Для более детального анализа приглашаю вас на личную консультацию. Вот. Можно будет посмотреть, что и как. Вот. Ну, выбирайте себе специалиста, да. Выбирайте себе психолога, с которым вы хотите поработать, вот, и обсудить те проблемы, которые, вероятно, имеют место быть. Вот. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вот. Удачи вам.